вами Кёна, и это мой друг, он на Инджипен Егор. Я здесь сказала, пока он сейчас в Корее, я начала использовать его много. Сегодня я хочу с вами научиться полезный корейский язык в Корее. Корейский язык, чтобы выживать в Корее. Это очень хорошо. Полезная информация. Сначала самое важное это «Аннёнгхасео». Здравствуйте. «Аннёнгхасео». «Аннёнгхасео». Мужчине должен рука левой перед 3 сантиметра от пупок, а девушке правая рука. Если он далеко или уже два раза видел, да? Просто тогда только шея. И просто «аннёнг» — это «привет». И еще у нас интересно, до свидания и пока то же самое. «Аннёнг», «аннёнгхасео». «Привет», «пока» — одинаково. «Аннёнг», «аннёнг». Второй. «Ольмаё». 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 Что это такое? «Сколько стоит?» «Сколько стоит?» «Иго», «иго». «Ольмаё». «Иконин», «ольмаё». «Ольмаё». Что, сколько это стоит, я ты сказал? «Писаю». 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 «Дорого». А, «писаю». 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 Что-то с русским языком что-то пересекается. «Писаю». 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 Это я писаю. Письмо писаю. «Писаю». Он говорит, как по-корейски говорить туалет. Да. Это где туалет? Хаджангшири одея исайо. Но это длинный, да? Господи, пока ты это скажешь, уже... Просто, если ты не помнишь, просто говори. И вот так делай. Тогда они скажут. Хаджангши, по-русски просто «да», это все, да? У нас «ын», «ын». А мальчики как говорят? «Дэ». 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 Более вежливее это «е». Болаю. Значит, я не знаю. Болаю. Например, Егору болаю. Значит, Егору не знаю. Или, 저는 Егору болаю. Значит, я не знаю Егора. 저는 몰라요. 저는 몰라요. 저는 경사 몰라요. Значит, он не знает меня. 저는 это значит я. 대박. 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 Офигеть. Офигенно круто. А есть, как бы, используется в плохой ситуации и в хорошей, да? Дэба. Или только в хорошей? Нет, дэба это значит, что что-то очень полезно, повезло. Повезло. Это вот позитивный, дэба. Да. Только дэба. Позитивный, да? Дэба, 완전 짱이야. Дэба. Да. Дэба. Вы дэба. Чанг, чанг тоже как дэбак, но это более жаргон. Чанг. 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 Чанг이야. Круто, очень круто. Это круто, да? Чан. 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 Это чан. Ин, ин, эн, эн. Чан. Чан это на зарубье по-корейски. Чан. 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 Кёха болеет, поэтому это очень важно. Чан. Чан. На здоровье. На здоровье. Чан это звук, который стекло, стекло. Это звук чан, поэтому мы говорим чан. Или можно сказать вихайо. Вихайо. Это значит для. Не для чего, для кого, просто это для. Как бы чокаемся для чего-то, да? Для... Для... Не знаю. Потом подумаем, когда попьем. Епаю. Что, простите? Епаю. Епаю? Епаю. Епаю? Епаю. 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 Это значит красивая. О. Девушка красивая. Епаю. Епаю. Кому епаю? Кому моё? Епаю. Епаю. Очень епаю. Что странно звучит, да? Да. Это он хвалит меня. Но... Я хочу епаю девушку. Епаю. Епаю девушку. Ой, его епаю, да. Какая-то картинка красивая, девушка. А епаю. Епаю, епаю. Кумао. 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 Кумао-ю. Кумао. Кумапсимнида. Или «감사합니다». А, «감사합니다» — это самый вежливый вариант. «감사합니다». «감사합니다». А если по лестнике вниз спускаемся? «고맙습니다». «고맙습니다»? Да. А еще ниже? «고마워요». «고마워요». А еще ниже? «고마워» — это для... «고마워». Просто
между друзьями такое. А еще ниже есть? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Самый низкий, самый невежливый вариант. Thank you. Thank you. Thank you. 멋있어. 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 Что такое 멋있어? Красивый парень. Осторожно надо. 멋있어. А? 맛있어 значит вкусный. Поэтому можно говорить. Я говорю 맛있어. Аня, я говорю. 맛있어. Он очень вкусный. 멋있어 это красивый. 맛있어 это вкусный. Не путай. Путайте. Опа. Опа. Я опа. Да, он 2 года старше, чем я, поэтому автоматически он опа. Там просто я это между друзьями, когда одинаковый возраст. Я. Когда я был в Японии, меня кореянки называли «Опа». «Опа, дай домашку». «Опа, опа, домашку дай». Списай. Когда кореянки что-то хотят, они называют тебя «Опа». Да. Да, да, да. Верьте моему опыту. «Опа». Все что угодно. Что ты хочешь? Вот тебе на. «Комала». «Опа, опа». Потому что «Опа». А очень многие подписчики меня, девушки, меня называют «Онни». Они это девушки называют старшую сестру. Любой там. Они это значит. А братик? Старший братик. Опа. Опа. Они, да? Опа. Младший брат или сестра, у нас нет разницы. Просто тунсен, но мы не называем так. Просто по имени называем. Если младше, чем я или че. Да. Вы поняли, да? Чусею. Чусею. Это значит. Пожалуйста, дайте, пожалуйста. Например, возьми. Коп, чусейо. Коп. Камсамнида. Ольмаэйо? Сколько стоит? Ольмаэйо? Молаю. Молаю. Бесплатно. Я научила и буду. Он забыл. Просто не знаю, какого ответа от меня ожидает. Я хотел сказать миллион рублей. Окей, еще, если у вас еще есть вопросы, пишите комментарии. И да, у него есть канал тоже, поэтому посмотрите, пожалуйста. Ссылки внизу. Bye-bye.